Сегодня в Артеке ждут немецких депутатов. Международный детский центр станет следующим пунктом официального визита в Крым региональных парламентариев. Все они состоят в партии «Альтернатива для Германии», которая настаивает на отмене антироссийских санкций. То, что гости уже успели увидеть, прибыв на полуостров, их удивило. Они признаются, что это расходится с представлением, которое навязывают на Западе. Депутаты убедились, например, в том, что дефицита продуктов из-за введенных ограничений нет, в то время как на их родине вопрос санкций стоит остро. Мы в Германии ощущаем, что страдаем от антироссийских санкций. Я из региона, где выпускают сельскохозяйственные машины, в том числе для России. У производителей этой продукции есть проблемы.